Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Pro Games. И мы с вами продолжаем. Так, теперь нам надо в убежище добраться и посмотреть трансляцию там запуска ракет. Наши ракеты. Так, ладно, доедем. Ну вот наше убежище, наш подвальчик. Так, машинку починят. Будет как новенькая. Че, уже выбежали оттуда? Своровали что-то? Вроде нет, все на месте. На месте. Наш герой! Давай, Уэсли Крашер, космос ждет. Вот не надо, я буду Сиско. Джимми Сиско. Капитан Сиско. Так, все в сборе. Через пару минут Блюм будет у наших ног. Вытрясем из этих говнюков все говно! Отсчет. 20, 19, 18. 17, 95, QWERTY, Googleplex. Знаете, когда я представляю этот огромный поток данных, я просто теку. Ну, если вы понимаете, о чем я. 3, 2, 1. Полетело. Вау, мы в космосе. Охереть. Боже, ну ты глянь. Вот это масштабы. Пора выведить все дерьмо. Сеть Блюм оказалась шире, чем мы думали. Но даже в такую сложную сеть можно попасть. Как-то. Я нашел несколько точек входа. У некоторых хранилища есть уже уязвимости. Класс, за дело. Я, наверное, тут по спутникам можно перемещаться. Это да. Так, нам сюда, да, значит, надо. Дубай. Давайте посмотрим Дубай. Арабские Эмираты. Ты только глянь! Рэнч, вытри мне слюни. Прости, но я боюсь подскользнуться на своих. Блюм, да, тут в Дубай. Я могу попробовать. Забираем, все забираем. Все. Дубай обчистили. Обнаружено вторжение. Ура! Джош, я тебя обожаю. Спасибо, Рэй. Там засос поставили. Так.
Сеул. Южная Корея. Офигеть. Офисы Блюм в Йонсан-гу. Повеселимся? Есть проблема. Адаптивная защита, ее не обойти. На это можно убить месяцы. Нет, должен быть способ. А что бывает с серверами во время энергоаварии? Включается генератор. И? А если его нет? Сбросится фаервол. Это здорово нам поможет. Рэнч, гениально! Сделай это! Забавно слышать это от тебя. Что? Что? Ну, а Южная Корея. Так, ну что, взламываем. Так, вырубаем сюда. 36번부터 42번 변전소에서 부하가 발생하고 있습니다. 시 좀 살펴봐줘. 설치 상태는 어때? 다시 상승하고 있습니다. 기준선에서 520kV 증가. 썩 발생한 거지? 하동? 울진? 전부요. 전부라니? 대체 무슨 소리야? 강남, 정로, 서부, 성파 전부 중지되고 있습니다. 왜 열전자 방출 상태는? 심각한 상태입니다. Так, их надо как-то поломать тут, значит, по очереди, да? Так, вот так вот делаем. Так, нет, возвращаем назад. Во. Во. Думаю, это отлично. Все? Да. Чува! Чува! 이렇게 전기는 작동시켰나? 그게 어디? 누가 저 말하는 좀 끄라고! 소지가 계속 상승합니다! 이놈을! 주민이가 날라갈 판이군! 조파 전압을 방경시켜! We're fucked! 압치스트리시오! Интересно, Москва будет тут? Так, процесс пошел. Блин, ты что натворил, Рэнч? Отключил электричество. Что-нибудь еще? Ха, забиваем гвозди микроскопом. Вроде того. Однажды я тоже так сделал. Вспыхнули беспорядки. Погибли люди. Надеюсь, тебе понял. Так, Дубай. Дубай же мы обчистили, почему он красненький у нас? А, другой офис. Я думал, это Дублин в Огайо. Чувствуйте себя как дома. Угу. А почему мы тебя взломать не можем? Пропуск. Поиск. Отлично. Это нет, не Дубай же. Ну, выйди. Так, он вышел, она осталась. How you love? Okay. Security guru locked my PC, now I'm waiting around with my hand up. No. What's that? Так, тоже наш. Эй, есть доступ в Делавер. Что? Он прав, смотри. Доступ открыт. Пора забрать то, зачем пришли. Это okay. Просто блестяще. За дело. Да, блин. Все метаданные Блюм скоро будут нашими. О. Это крутяк. Новый дрон. Интересно, наш навсегда будет? Еще один.
полетели. Охереть. Это что, сервера всё-то? Блин. Боже, ну и размеры. Ребята, а мы же сможем? Так? Да тут весь мир, блин. Ха-ха. Камера. Их ускорение даже есть. Как нам туда залететь? Ага. Не все так просто, блин. Блин, они круто защитились. Ага. Я уже обрадовался, да? Забрать хотел все это добро. Так, ладно. Здесь, походу, будет тревога. Так, короче, надо, да, все вон там. Знаете, я нервничаю, когда на меня смотрят. Маркус! Да не отвлекайте, блин. Серьезно? Сейчас самое время? Маркус! 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 Не пошли бы вы все знаете куда? Так, а здесь, наверное, что-то будет так, да? Ого. Так. Вот так вот. Или нет? Вот так вот. Угу. Опа. Нет. Возвращаем сюда, значит, тебя. Ну ладно, как. Так, тут. Да что, по прямой пускаем ее. А, типа вот так делать. Все понятно. Здесь так. Ага. Так. Блин. Нет? Как нет, все же проходит. Что, обязательно ту надо, что ли, крайнюю? Эх, блин. Ну почему именно крайнюю-то эту, а? Ладно, делаем так. Теперь. Пускай она по прямой. Ах, ну. Так, смотри, полегче будет. Самое трудное эти были крайние, да? Так, так, все. Здесь. Так. Так. А здесь все легче. Хорошо, что не на время, блин. Это радует.
Так, ну все. Пускаем. Пошло, поехало. Офигеть, сейчас это все наше будет. Да. Так, там что-то лежит, да? Это дрон там. Все, скачиваем. Все это добро. Оставлю им кое-что на памяти себе. Марк, что ты задумал? Да так, сюрприз. Что? Что? Погодь. Получилось? Погоди. Да, всяк. Ха-ха, теперь понятно вам? О, круто, дружище. Да. Так, ну здесь не лучше смотрится, там было хорошо видно. Ну что, мы все обчистили или дальше? Москва, Питер, там что-нибудь еще. А не все. Да! Маркус, ты мою прелесть! А там добра. Там столько данных. Гляньте. Ну вот, покажите. На эти данные уйдет вечность. Главное, почему внезапно спутники? Рэй! Да, уже занимаюсь. Святая вошь на Аркане. Это Бэкбон. Спутниковый Бэкбон? А время ожидания? До скорости оптового дна им далеко. А, судя по всему, не очень. Блюм смогли, а обошли подводные кабели при помощи спутников. Это же квантовый скачок. Если получится, хакеры отстанут на годы и... Но не мы. Мы уже внутри. Кто в списке клиентов Блюм? Тут Нудл. Потом Инвайт. Еще Тайдис, Галилей. Правительство и Нью-Йоркская биржа. То есть все эти компании взяли и согласились проводить данные через Блюм? Это никого не настораживает? Столько данных у Блюм под рукой. Самая крутая монополия в мире. А грохнуть сетку? Нет. А если даже да, нам нужны ответы. Так, послушайте все. Наша работа еще не окончена. Но мы с ними хотя бы на равных. Выберите цель. Инвайт, Тайдис, что угодно. И копайте. Ищите любые злоупотребления. Из нас хотят сделать врагов. Давайте покажем им, что такое настоящая война. Пальто у нас Блюма. Да. Да. Вот, переодеть его. В чем дело? Сам знаешь. Я тебя насквозь вижу. Не хочу, чтобы ты использовал Маркуса как оружие против Блюм. С чего ты это взяла? Я знаю про Рэя Кинни и его сопутствующий ущерб. Мы используем друг друга. И так было всегда, Ситара. Маркус уже большой. Он сам прекрасно знает. Угу. Точно. In a free and just society, every person is treated with dignity. In a free and just society, leaders are accountable to those they govern. And in a free and just society, individuals can rise as far as their talents and hard work will take them. Вы верите, что общество справедливо? Верите в свою свободу? Возможно, даже верите в демократию, в честный выбор? Но компании уже купили и политиков, и голоса. Вы верите в свободный рынок? Биржа – кукольный спектакль для богатых. Вашими деньгами управляют незнакомцы. Правительство защищает вас? Наша безопасность будет защищать правительство от вас. Не верьте на слово. Присоединяйтесь к нашей самой главной операции и увидите все сами. Политические основы США победили нас. Демократия, экономика, нацбезопасность. Для всех рассказывали правду. Решать вам. Да, а там есть доля правды. Секс на высоте, блин. Ну да, получили там оргазм, блин. Так, где у нас?
наш гардероб, на наше рабочее место нашего чела, который погиб, точнее, которого убили, блин. Так, что у нас там по деньгам? Угу. Ладно. Маркус, Джош тут покопался в данных с Галилеей и хочет кое-что тебе показать. Круто. Это срочно? Возвращайся как сможешь. Вдруг это важно. Так, раз у нас там пулемет есть, давайте дробовик возьмем. Будут. Так, кипарики. Это что такое, блин? Да. Ладно, пускай это будет. Так, штаны. Да, со штанами тут выбора у нас нет. В премиум есть у нас выбор получше. Так. А, пускай эти будут. Все, пойдет. А, не. Сумочку поменять надо. А, пускай она поярче. И так весь черный, блин. Так, это здесь рядышком, да? Прям тут у нас. Ну-ка, не, Тибон, рассказывай, что у тебя тут. Ты прикинь, если Блюм начнет ставить CTOS по всему миру. Есть куча стран, где правительство с удовольствием использует его против простых людей. Это будет катастрофа. Сюжет антиутопии. И ведь наверняка он уже реализуется. Что нам делать? Атаковать их союзников. Показывать людям, чем это все чревато. Уничтожить Блюм мы не можем. Никаких шансов. Но имидж мы им подпортим как следует. Угу, ладно. Давай пообщаемся, Тибон. Ну чё, Рэй? Джошик нашел кое-что странное в данных с Галилея. Это код, но комменты на китайском. А, только не говорите, что китайцы уже хакнули спутники. Не спутники. Подводные кабели между Китаем и США. Но челюсть у тебя отвиснет не от этого. Блюм мониторит этот хак. Джоша говорит, что хакеры тырят данные и с их помощью хотят пощипать Нью-Йоркскую биржу. Ну, станут хакеры брокерами. Это далеко не первый раз. Да, но слушай, рога, которую они юзают. Джош, дроид, пожалуйста. Распознает паттерны. По-моему, это кандидат в чистом виде. А Блюм в курсе? Тогда почему они молчат? Об этом-то и речь. У нас нет зацепок, кроме одной. Наши азиатские друзья умудрились подделать разрешение для грузового судна. Контейнеры только что прибыли в порт. Я проверю. Че, в порт отправляемся? Восстание машин. Прикольно звучит. Так, всем счастливо оставаться. Стоп, стоп, стоп. Ты у нас тут. Даже самый последний нуб из датсе копается в данных с Галилея. Есть чего? Просто дохерища чего. И я уже нашла для нас отличную возможность. Похоже, компанию конгрессмена Трасса логистически поддерживает никто иной, как Инвейт. Это странно и незаконно. Ага, почему бы не дать денег? Инвайт годами собирали инфу. Она бесценна, деньги так. Да, но почему этот идиот Трасс? Он свою жопу не узнает, даже если увидит в упор. Ладно, позлим его, разобьем порог он и посмотрим. Да, нам нужна реакция, может он спалится. В Рэнче там фотографии этой. Официантки, девушки и ушни. Сможешь его подразнить? А, да. Ну, покажите, покажите еще раз. Одна мысль. На заднем плане видно было. Разукрашу охеренно здоровый билборд с его тупой рожей. Думаю, он поймет.
А я займусь финансами компании. А я тогда похерю его в соцсеточках, я похерю его веб-сайт, и еще я похерю его онлайн-рекламы. Вот. А я возьму еще пару пива. А мы посмотрим на фотку. Нет? Ваша свобода достижима только при демократии. Но корпорации контролируют выборы. Наши выборы. Инвайт, ваш любимый медиа-гигант, знает о вас все. Изменяет вашу ленту так, чтобы вы думали определенным образом. Они хотят, чтобы вы голосовали за конгрессмена Трасса. Инвайт владеет мощнейшим инструментом для контроля над населением. Боритесь! Сокрушите Инвайт. Скачайте наше приложение и помогите разоблачить конгрессмена Трасса. Везде, везде. Отлично. Так, давайте быстро глянем фотку. Мне же вроде не показалось. Так, так, где она тут? Вот она, да. Официантка. Наверху он. Че, все? Лямур у вас, да, там? Ладно, оставим ее. Темнота. Тачку починили? Починили. Ну, давайте глянем, что у нас там по карте. Ага. Основная операция. Чувство. Это привет из Шанхая. Один восстание машин. А, там оно есть. Привет из Шанхая. Так, значит, два задания у нас, да, основных. Так, хитрость рисовать. А тут у нас... Угу, обыскать. Так, ладно, начнем отсюда, рядышком. Порисуем немного. И что там? Мы тут с Рэнчем рожаем план. Ты давай возвращайся в гараж, там все обсудим. Ага. Ну, подождите. Я хочу порисовать. Потерял управление. Машина-зверь. Так, это что у нас наверху, что ли, опять по домам лазить? Ну да. Так, ладно, припаркуемся здесь. Так, тут у нас тут богатенькие переулки. Залезешь, залезет. Так, как нам туда забраться-то, а? На разведку. Угу, ясно. Ускорение отключись. Так, ну тут джампер у нас все это включит, понятно. Как нам все подняться вот теперь? Подъемника тут не видать, значит будем. Неужели с моста прыгать? Ну-ка, а нет. Все целенько, барьеры, значит не будем прыгать. Так, странно, бля. Ни лестницы не видать. Подъемника нет. Походу точно с моста. Больше
пульсует. Кран тут, блин. Все понятно. Тогда все намного проще. Ну, лови, лови сигнал. Отлично. Так, где-то у нас кабинка. Ясно. Разворачиваемся. Что-то медленно поворачиваешься. Так, копы там что-то согрелись на кого-то. Опускай. Ладно, сюда. Залезешь? Стрельбежим. Отлично. Тихо. Все. Так, тут джампер. Ты там? Да, у билборда перед огромным конгрессменом Трассом. Приступай, друг. За дело. Ну давай, что ты? Тут взрыв опасно, блин. Так, а спускаться нам что, тоже с помощью крана? Походу, да. Иначе наш Маркус убьется просто. Он поймет, что мы идем за ним. Супер. Над остальными плакатами работает команда из DedSec. Ну, класс. Хорошо. Пока соберу бомбу, которую мы загрузим на сервер Invite. Встретимся у офиса Invite, и я расскажу. До встречи. Так, нашу тачку угнали, нет? Нормально, угнали. Это хулиган, а? Упс, сейчас бабах будет тут. Это она наша машинка. А что она тут делает? Они все избили, разбили, уничтожили. Это кафешка, да, тут? Здравствуйте. Давайте, друзья, детства остановимся. А продолжим с вами в следующей серии. Так что подписывайтесь на наш канал ProGames, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.